Всем привет, с вами Ниагара. Добрались мы до загадочных джунглей. Что? Где я? Эй! Эгегей! Кто-нибудь? Марти! Мелмен? Глория? Мамочка? Мамочка. Похоже, это наш новый зоопарк. И кажется, тут не хватает персонала. Готов поспорить, это зоопарк Сан-Диего. Наверное, все ушли заниматься серфингом или йогой, или... Эй! Минуточку. Это ящик Марти. Он должен быть где-то поблизости. Или утонул? Попробуем сначала первый вариант. Лучше мне найти его и остальных. Наверное, здесь рядом есть справочная. Справочная, да. И всякий персонал. Так, что нам с этим делать? Оно просто так мигает, как будто бы полезное для нас, нет? Так, это мы должны собрать, наверное, да? Как минимум. Монетка. А еще будут? Хватит тебе одной. Отличненько. Крабики меня будут обижать? О, класс. Где? Не надо. Он прям ко мне ломанулся. Видели, видели? Так. Хотел было сотворить что-либо. Ну-ка. Кыш, брысь. Да-да-да-да-да. Ты чё, бессмертный? Ты краб. А это лев. Наголевшие крабы, конечно, тут. Жемчужное плато. А! За жопу укусил! Так, там еще улей вижу. Я вообще, если честно, этот уровень не помню. Ага, вылез. Как будто бы эти цветы мне должны что-то давать, нет? Это можно взять? 5. А, я, наверное, могу в них бросаться. А, ой-ой-ой-ой. Это надо сбить издалека. А как? Меня научат? Стой-ка. 6 штучек. Вот хорошо. Вот опять они вылетели. Ну, а если я просто пробегу? А-а-а. Ой, это мне надо. Так, пчелки, нет, 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 фу. Не надо. А по-моему, я иду обратно. Вот мы же оттуда пришли, да? Стой-ка, и здесь тоже тупик. Да. Может, пчел как-нибудь мочкануть? А, к цветам. Поняла. Вот что надо делать с цветами. Пошли. Побежали, только не жальте меня. Ништяк. Так, чё, где они еще? Эти уже как бы все потрачено, да, уже все. В ту сторону. Сейчас я посмотрю. Сторону, значит, вот тут цветок, где-то еще вот тут. А мне вообще наверх. Ладно, погнали. Они так смешно это говорят. Веди нас к цветам. Кстати, такие есть еще и на пляже. Ну, мне кажется, как-то заниматься этим. Ну, такое. Я же ведь не собираю полностью монетки.
А этим манго очень удобно бросать. Можно сбить ими того болвана, который пытается меня достать. Так я, да, я уже предположила, что мы не бросаться будем. Чтобы бросить... А, сейчас разберемся. Я дал! Эй, алло. Подожди. Ага, окей. Ага. Так, здесь тоже можно привезти. Здесь, в Сан-Диего, крабы. Вошли. Куда враждебней. Где-то вот тут. Где? Где я только что видела? Поторопись или пожалеешь. Вот, вот, вот. Или они меня укусят? Не, я не хочу. Все, пока, ребята. Сидите там у себя в своем улье. Я пошла дальше. Так, вон там еще. Крабы всегда такие злые. Вот тут где-то. Да подожди, не падай вниз. А как нам это взять? Вон оно. Отсюда я точно не допрыгну. Так, камеру не повернуть. Кто-то спит. Наконец-то есть с кем поговорить. Извините, я только хотел... А, как ты посмел подкрасться, чтобы украсть мои драгоценные жемчужины, мерзкий кот? Ладно, я понимаю, это Сан-Диего. Но там, откуда я приехал, подкрасться не значит подойти, разговаривая в спокойном тоне. Верно. Да, рад видеть, что мы понимаем друг друга. Послушай, мне нужно найти своих друзей. Ты не видел тут новичков вроде меня? Великанов? Да, видел. Спустись к пляжу и достань 6 новых жемчужин для моей коллекции. Тогда и поговорим. Достань жемчужины, ваша желтогривость. Фух. Вы, ребята из Сан-Диего, не такие уж и несговорчивые, как о вас говорят. Как туда попасть? А он может на пальмы запрыгнуть? Интересно, как бы это проверить? Не может. Блин. Ну ладно. Значит, на пляже вот это ракушки вот эти, очевидно, да? Уа! Коп. Я люблю зоопарки, устроенные лугами. Пошёл нафиг. О, а это дай. Краб! Я люблю зоопарки, 11. Так, жемчужина есть? Это пустая. Я люблю зоопарки, устроенные лучше. Сколько мне надавали? Опять 2. А те куда делись? Потрачены? Или это уже новое? Так, подожди. У меня 3. Справочная. Вот этот последний. Ага. Пойдем обратно. Вот, сюда их нужно привезти. Потом что-то еще я где-то видела или нет? Ага. Или это последнее? Ну, в принципе, я могу прибежать сюда с пчелами. Не так далеко. Парк Сан-Диего. Мне должно хватить, да, времени? Так, только ты это самое, не мешайся мне. Что, погнали? Кратчайшей дорогой. Ты справа, да? Угу. Ну вот, я не знаю, что мне это дает, но... Чувство выполненного долга. Повсюду цветы. Мэлман вас ненавидит, это место. А, Мэлман вообще уже в шоке. То, что мы здесь. Отлично, а теперь проваливай. Эй, а как же наша сделка? Ты обещал рассказать, где мои друзья. В
Возможно, я видел их у водопада. А теперь вон! Так, у водопада это что, у меня туда? Ну, мы выяснили, что он вроде как по пальмам не мог. Хотя, вот знаете, выглядит так, как будто на эту пальму там перепрыгнуть пальма и туда. Очень похоже. Может быть, я смогу там очутиться, нет? Уф! Какая жара! Наверное, кондиционер сломался. Нужно с кем-нибудь поговорить. Эй, Марти, это ты? Марти! Они все втроем. Наверное, он меня не слышит. Нужно подняться туда. Ну, им повезло больше, чем тебе. Они уже все встретились. Так, что, опять пчелы? Где их тут взять? Нет, 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 дружок, пока, пока. Я отсюда. Ладно. Я люблю зоопарки, устроенные лучше. Да это не зоопарк, Алекс. Если бы это было так. Опа, а вот где это кольцо. Ну, когда опять все заново проходить? А что нам это даст? Я не помню, что дают эти кольца. Я все равно не пользуюсь никакими магазинными бонусами, поэтому... Где тут справа? Пофигу. Нас сохранили. О, пчелы. Ну... Здравствуй, огромный зверь, как привет. Ты? Привет. Проклятая синая лихорадка, один день летаешь, другой чихаешь. А откуда у пчелы синая лихорадка? Позор, правда? У нас полно пыльцы, но совсем нет цветов, для которых бы она пригодилась. Тебе цветы не встречались? Цветы? Я видел целые поля цветов в этом зоопарке. А ты случайно не видела зебру, бегемотиху, жирафа, у которых тоже может быть синая лихорадка? Нет, дорогой. Ну давай поступим так. Ты покажешь дорогу к цветам трем моим роям, а я пошлю трудней поискать твоих друзей. Звучит неплохо. Хоть кто-то здесь хочет сотрудничать. Ребята немного недолюбливают чужаков, поэтому не затягивай путь к цветам. Ну понятно, пойдем. Так, один из трех. Подождите, следующие цветы вот тут. Где вы там? Ой, мы затормозились. Так, а на той стороне были цветы? Что-то я не хочу через водопад прыгать. Подождите, вы по мне не цепляйтесь пока. Не надо. Я не знаю где. Подождите. Может быть, здесь где-нибудь? Вон они! Только как к ним прийти? Так, ладно. Они как будто как-то с той стороны, ну, а как я могу туда попасть? Вот я их отсюда вижу. Вон, 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 вон. Мне сначала нужно найти цветы, прежде чем эти... Цветы? Мелман вас ненавидит это место. Пчелы прицепятся ко мне. Так, погоди. А я могу сюда прыгать, оказывается. Я думала, он не умеет плавать, так это... О, кот же. Прикол. Так. 12. Погоди-ка, значит, мне нужен еще один источник. А если я вот так упаду, мне кажется, пчелы от меня отвалят. Ну, в смысле, они вряд ли, да? Пойдут за мной. Вот цветы. А, мне нужно упасть сверху вниз, либо тут спуститься. В любом случае, все внизу. Блин, так, игра, ты давай не лагай.
Не с одной или с другой стороны упасть. А, или бы можно вот, вот с этой. Ну-ка. Это получается спуститься вот тут на другую сторону. Блин, достаточно. А! И здесь цветы. Достаточно далеко, хотел сказать. А что они, почему опять работают? Надеюсь, у меня ни на что нет аллергии. Они через какое-то время накопились, а я мучаюсь. Спасибо тебе большое, мой сладкий. Кажется, один трутень вспомнил, что твои друзья шли по той тропе. О, у меня тропу открыли. Ну вот. Так, веди нас к цветам, где вы? Веди нас к цветам. Бесите немного, ну ладно. Цветы! А с этим что делать? О! Эй! Ладно. Ой, теперь цветы в меня стреляют. Ну, а ты как хотел. Джунгли! Надо быстрее с этим заканчивать, иначе скоро от меня останется одно лишь мокрое место. Да нормально все. О! Погнали. Так, там что-то... Это что? Его победить надо? Ладно. Спорим, если бы я съел то растение, рычал бы гораздо громче. А, оно для рычания. Так, ну вот этих я вот совсем не люблю. А, давай. Так, когда я им красные цветки, то могу и сдать супер рев, но только на очень короткое время, так что не трать попусту. Ладно, попусту не трать. А где кто вообще? Что мы тут делаем? Ага. Типа мне нужно отсюда выбираться. Ну давай, Алекс. Алекс! Все, молодец. А грибная грядка. Оп. Извините, вам тут зебра не встречалась? А тот парень в полосочку. Да, это он. Ты не знаешь, куда он побежал? Он никак не мог найти какого-то администратора, а потом убежал в джунгли. Похоже, он очень спешил. Так я его никогда не догоню. Будь ты поменьше, я бы тебя подбросил. Но так мне понадобится помощь. Можешь побыть здесь и посмотреть за грибами, пока я ищу своих друзей. Конечно! Дело в том, видишь там тараканов. Фу. Как только я уйду, они набросятся на мои грибы. Если сможешь сохранить достаточно грибов, я тебе помогу. Достаточно это сколько? Ну вот когда прям будет сильно много, я рыкну. Я вижу, что там у меня красненькое. Так, утащил, утащил. Один. Так, что-то прям много там. Пошли нафиг. Они только с той стороны? Я просто не вижу, с этой берут или нет. Я пошел. Уносят, уносят и с той стороны. Эй, пацаны. Куда я пошел? В смысле? Пошли все в пень. Мои грибы. Нет, конечно, я не... Нет, нет, я не смогла. Сохранить. Меня всю сперли. Их слишком много. А чё время? Это я не понимаю. Как они у меня так убывают? Меня же их никто не крадет. Подожди. Нет. Этих я успеваю отгонять. Я пошел.
Отдали мне все обратно. Мне тут что-то капец какой-то. Очень сложно. Куда ты пошел? Верните грибы. Отвалите. Блин, да не, я не понимаю, как я должна это все успевать. Эй, приятель, только дурак стал бы следить за грибами. Так мы это никогда не пройдем, я понимаю, да? Так. Пошли все в пень. Мои грибы. Я вообще без паники сейчас. Все, тихо. Тихо-тихо. Идет время или что? Почему у меня сокращается? Все, они у меня пока все на месте, да? Отвалите. Утащили, утащили. Ну все, я не знаю, сколько надо. Опять не прошли? Ладно. Все, О, меня дотащили. А, пауки? Кидаться. Не. Не. Держи. Так, мне что, вниз? О, Мелман! Там был Мелман. Я уже, по-моему, там пропустила частично. Я не коплю. Если раньше у меня а куда мне идти? Теперь я уверен, это плохой зоопарк. Да. А, подожди, а камера не крутится? А куда мне дальше? Посмотреть. Я сейчас упаду. Может быть сюда? Ага. Чисто интуитивно. Это плохо, то что камера не поворачивается. Я уже как-то привыкла. К тому, что это возможно. Соберем. Какое ужасное место. Ужасное место. Сколько? 6? А сколько надо? 10? О, здрасте. Один мим. Это мне. Напишите еще, когда вот они у меня пропадают. Это заново копятся вот эти вот плюсики. ХПшки мои. Я упала. Заново. Да вы чё, угораете? А где какие-нибудь сейфпоинты? Мелман там побежал. Вон она в шоке от этих пауков. Так, ну здесь у меня уже все собрано, мне не надо. Если раньше у меня были сомнения, теперь я уверен. А если я буду орать, они не пугаются? Целится он сам, кстати. Прицельного огня нет. Ага. Ну-ка. 16 у меня осталось. Оп. Какое ужасное место. Ужасное место. Почему я тут-то вот упала-то? Ага. Это мы заберем. О, меня сохранили. О, я чуть-чуть не дошла до этого. До чекпоинта. А мне нужен рык. Эй, алло! Раз в приличном зоопарке можно найти такие вольеры. То есть мне надо было прямо зарычать. Ну ладно. У меня рык этот закончился. Он прям. Я думала, он тратится только один раз, а он дается только на очень короткое время. Так, пацаны.
так какие-то там здоровые. С двух сторон еще. Попадешь? Пауки, ваше место в клетке. Ничего себе! Ай-яу! У меня один! Патрончик! Эй, он меня убил! Ну какой ты мерзкий. Так, 7. И у меня 0. То есть я только рычание могу их отпугивать. Так они просто отбегают. А, он уж упал. Ну, нормально. Чего? Сейчас этих напугаем. Отлично. А тот застрял, баганулся. Неважно, валим. Однако, если я могу прыгнуть туда, я могу собрать. Он вообще допрыгнет туда? Было бы неплохо, да? Или это нужно прыгать вот с той... Вот если я пройду дальше, оттуда прыгну. Давайте попробуем, чё. Оп, оп. Тут ты козёл. Ладно, сейчас я вот это соберу. Где я, колечко моё? Так, ну и теперь я туда вернуться должна, да? Опачки. Надо вот эту штучку взять. Их там слишком много. Не. Пыщ. Ах ты. Так, у меня очень большой рык, так что идите все сюда. Куда побег? Если вот так. Кто там? Я слышу чьи-то ноги. Так, но они еще тут на голову падают. Это очень плохо. Это максимально. А ну-ка. Пошли нафиг. Они меня заманивают к этим толстым. Да-да-да. На. Ну и чё нам? О, Мелман! Как он мимо пауков? Он просто прошел через него. Ладно, понятно. Он говорит, очень будет бояться. По-моему, ну, вообще фиолетово. О, нет, 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 нет! Куда? Каким цветам? Я не знаю, где тут цветы пока. Веди нас к цветам. Так, Алибай, каким цветам? Вы чё? Так, ну давай падай, я знаю, ты тут падаешь. На. Если раньше у меня были сомнения, то теперь я уверен, это плохой зоопарк. Так, ну и чё, а где тут цветы? Тогда мне нужно перед тем... Держи-ка. Как взять этих, веди нас к цветам. Посмотреть, где... где цветы? Вернуться назад. Ой, блин. Ну... Еще камера бы работала адекватно. Ну пошлите. Ну только не упади. Сейчас, сколько у меня? 1 секунд. На. Какое ужасное место. Я не говорю. Так, а я могу обойти. Ну там же получается тупик, там только пчелы, да? Что делаешь? Так, там пчелы, а мне надо что? Нет! Отлично. А мне надо? Ага. Разве в приличном зоопарке можно найти такие вольеры? Мелман шел, по-моему, по этому пути. Вот как-то туда, в ту сторону. Паука валим? Ты где? Пыщ! Драпая! Не надо! Паника! А чё куда? Мелман! А, все, наверное, все.
Я боюсь. Пауки, ваше место в клетке. Фух. Все, нормалек. Куда делся Мелман? Он шел сразу после нас. Алекс! Марти! Встретились. Флория! Кто-то дотронулся до моей головы. Спокойно, приятель. Что случилось с твоей головой? Я не знаю, но в темноте кто-то коснулся ее. Ты ведь высокий парень, верно? Тихо, ребята, вы слышали? Посмотрим. Это туса. Король джунглей. Так, ну хорошо, новый уровень. Спасите лемуров. Вечеринка лемуров, классно. Встретимся с вами именно в этом месте в следующей серии. Спасибо за просмотр и до скорого. Пока-пока.